Всем привет! Вы на канале «Тысяча мыслей». Меня зовут Оля. Бывают такие дни, когда нам совершенно одиноко, когда у нас грусть, печаль на душе, когда мы хотим высказаться, но нам некому. Некому, потому что либо ты одинок, либо ты не одинок, тебя окружают люди, но в душе у тебя все равно одиноко. А даже бывает, вот ты придешь домой, да, у тебя вроде бы все хорошо, да, там тебя окружают близкие тебе люди, но тебе все равно хочется выговориться, поговорить с кем-то, высказать. Бывают такие даже ситуации, когда ты не можешь высказать близкому человеку по той или иной причине свои чувства, свои эмоции. Бывают люди, которые совершенно одиноки в своих домах, квартирах, не с кем поговорить. Открыться, рассказать что-то, рассказать совершенно глупую, может быть, ситуацию, может быть, серьезную ситуацию, может, какие-то отношения между мужчиной и женщиной, да, может, какие-то ситуации, которые совершенно незначительны, но для вас они будут очень-очень важны. Поэтому, если вы одиноки, как в душе, так и в жизни, я предлагаю вам написать мне в свой инстаграм свою историю, поделиться своими чувствами, своими эмоциями. Возможно, я смогу вам чем-то помочь, хотя бы выслушать вас. Возможно, вы извлекете, я извлеку какой-то урок для себя в жизни. Мы поможем друг другу. Может, вы спросите у меня, вы психолог? Нет, я не психолог. Я всего лишь хочу помочь вам. Так что пишите мне, я буду вас ждать, ваших писем в мой инстаграм. Инстаграм будет под этим видео и будет на моем канале. Всем огромное спасибо. Чем смогу, тем помогу. Обязательно выслушаю. Пишите. Всех люблю, целую. Мир в ваш дом. Пока.